Вітаю! У всі часи в будь-якій країні військові сприймались населенням як гордість нації, як її захисники та найбільші патріоти своєї вітчизни. Хоча, за великим рахунком, ця теза щодо ролі військових у суспільстві більш характерна для 16-го середини 20-го сторіччя. З розвитком техніки масового знищення, створенням контрактних армій та, більше того, виникненням такого поняття, як найманці, що йдуть в бій, не щадя з живота своєго, не заради спокою свого народу та недоторканності священних кордонів рідної країни, а лише для якомога більшого наповнення своїх кишень зображеннями мертвих американських президентів, сприйняття армії пересічними громадянами змінилося. В якому стані у такий нелегкий перехідний час знаходиться українська армія? Чи не вивітрився у наших бійців славнозвісний дух патріотизму? Про все це ми спілкуємося сьогодні з військовим комісаром Запорізької області Моїним Давидом Борисовичем. Давид Моїн народився у 57-му році в Одесі. Освіта – Одеське вище артилерійське училище та Ленінградська артилерійська академія. 1978 призначений на посаду командира взводу старшого офіцера батареї в одній з частин Приморського краю, де прослужив 10 років до посади командира артилерійського дивізіону. 1991 – начальник штабу, заступник командира полку військової частини в Запоріжжі, військовий комісар Токмакського об'єднаного військового комісаріату Запорізької області, начальник відділу заступник обласного військового комісару Запорізького обласного військового комісаріату Південного оперативного командування. З 2007 року військовий комісар Запорізького обласного військового комісаріату. Здравствуйте, Давид Борисович. Добрий день, уважаемые телезрители. Позвольте нашу беседу начать с такого вопроса. В этом году, пожалуйста, внесите ясность. Призыв в армию будет, как обычно, и весной, и осенью. Согласно указу президента Украины, в 2013 году призыв на срочную военную службу остается в прежнем режиме. И весной, и осенью мы отправляем военнослужащих для вооруженных сил Украины и других воинских формирований. На весну наряд Запорожской области назначен 700 человек. Из 700 человек 340 человек отправляются в вооруженные силы Украины, 310 человек во внутренние войска Министерства внутренних дел и 50 человек в Государственную специальную службу транспорта. Я акцентирую внимание, что сегодня практически паритет между количеством военнослужащих, отправляющихся в вооруженные силы, и во внутренние войска Министерства внутренних дел. А как быть с вопросом, который уже давно муссируется у нас и в прессе, и нашими видными руководителями государства, страны, о том, что мы вот-вот перейдем на контрактную систему в армии. Об этом, если не ошибаюсь, говорят уже лет 5. Давайте посмотрим сюжет по этому поводу, подготовленный нашими журналистами, а потом продолжим беседу. 9 вересня 2008 року прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко розраховує, що Верховна Рада прийме закон про перехід на контрактну армію з 1 січня 2009 року. Вона звернулася до Мінфіну з проханням переглянути в проєкті держбюджету на наступний рік необхідні для цього витрати. Тимошенко заявила, що, скоріш за все, 100% перехід на контрактну армію станеться саме 1 січня 2009 року. Тоді ж Тимошенко звинуватила парламент у тому, що і досі не скасовано строкову службу. Тодішній президент України Віктор Ющенко заявляв, що перехід країни на контрактну армію в оголошених раніше параметрах наразі виконати неможливо. 30 березня 2010 року міністр оборони Михайло Єжель заявив, що перехід на контрактну армію триватиме 5 років і відбудеться не раніше 2015 року, а почнеться перехід у 2011-му. 11 лютого 2011 року начальник Генерального штабу Головнокомандуючий Збройних сил України генерал-полковник Григорій Петченко заявив, що перехід на контрактну армію з урахуванням фінансово-економічних можливостей держави планується здійснити до 2025 року. Президент України Віктор Янукович ще у своїй передвиборчій програмі «Україна для людей» у розділі «Сильна армія» заявляв: «Я проведу військову реформу і забезпечу перехід на контрактну армію з 2011 року». 8 грудня 2012 року перший заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України віце-адмірал Ігор Кабаненко заявив, що останній призов до строкової служби буде здійснено наприкінці 2013 року. Згідно з його словами, відповідно до нової військової доктрини та стратегії національної безпеки, Україна переходить на контрактну основу.
30 грудня 2012 року міністр оборони країни Павло Лебедєв заявив, що уряд має наміри зупинити призов на військову службу вже на початку 2013 року. Одночасно з цим армія перейде на контрактну основу. 23 лютого 2013 року прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що в сучасному світі не існує альтернативи контрактній армії, тож вона невдовзі з'явиться і в Україні. Давид Борисович, ми глянули сюжет з вами. Скажіть, як ви прокоментуєте, буде одновременно существувати у нас і контрактна армія, і звичайний призив, або перейдемо на контрактну армію в цілому, вот-вот? И президент Украины, Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Виктор Федорович Янукович, и министр обороны Украины. На сегодня принято ими решение однозначно о том, что 2013 год будет последним годом призыва на срочную военную службу Вооруженных сил Украины. То есть последний солдат-срочник покинет Вооруженные силы Украины осенью 2014 года. Значит, принято программа реформирования и развития вооруженных сил до 2017 года. Переход на контрактную армию, согласно этой программе, сформирован в два этапа. Первый этап – это 2013-2014 года, и второй этап – это 2015-2017 года. На первом этапе мы действительно переходим на контрактную армию только в плане личного состава, будем говорить так. Переход на контрактную армию – это всеобъемлющий процесс. Это не просто перейти или избавиться от солдата-срочника и перейти на солдата-контрактника. Это не означает переход к контрактной армии. Это серьезный процесс. Шаги этого процесса сформированы в программе реформирования и развития. Это совершенствование структуры вооруженных сил. Это совершенствование управленческого аппарата вооруженных сил. Это и изменение подходы в плане комплектование техникой и вооружением, это и военная наука, военное образование, это и повышение социального статуса военнослужащего, это декларация вопросов по предоставлению сертификатов на жилье по окончании службы, выделение компенсации взамен предоставления жилья военнослужащим и так далее, и так далее. То есть это серьезный процесс, который не включает в себя, как у кого-то может сложиться впечатление, только переход от срочной службы на контрактную службу. К примеру, на контрактную службу в Запорожской области на год поставлена задача Генеральным штабом призвать 428 человек. На год. На полгода 282 человека. На сегодняшний день план этот выполняется на 25%. У нас призвано 68 человек по состоянию на 1 апреля. И сегодня еще 91 человек уже получили отношения в воинских частях, которые они в течение ближайшего месяца будут призваны на контрактную службу. Разговор о том, что сегодня контрактник, сегодня мы практически прекратили призыв на срочную службу в воинские части, в которых в два раза повышено денежное содержание военнослужащих. Это воинские части высокомобильных десантных войск, или как раньше ВДВ называлось. Это воинские части специального назначения. Это воинские части военно-морских сил и всех, кто дислоцируется на полуострове Крым. А также часть армейской авиации. То есть сегодня практически в этих частях в два раза увеличено денежное содержание военнослужащих. Для военнослужащих сухопутных войск будет увеличение такого же денежного содержания поэтапно. Где-то к середине июля следующего года планируется выровнять денежное содержание военнослужащих сухопутных войск с денежным содержанием военнослужащих, которые сегодня получают повышенное денежное довольствие. Контрактник сегодня в сухопутных войсках получает порядка 1600 гривен. Контрактник в вышеназванных мной воинских частях получает от 3200 до 5000 гривен, в зависимости от воинского звания и от должности, которую он занимает. Ну вот, насколько я знаю, в странах Запада переход на контрактную армию занимал несколько лет. Та же Германия, если мне память не изменяет, только в 2011 году перешла на контрактную армию. И то, я так понимаю, что не до конца, у них какие-то элементы еще сохранились предыдущего, так скажем, состояния Бундесвера. Неужели мы за год, за полтора, которые вы сейчас озвучили, перейдем полностью на новые условия, учитывая, что реалии Украины намного более сложные, тяжелые, чем у подготовленной германской армии? Действительно, воинские
части подразделения армии государств переходили на контрактную армию длительный период времени. К примеру, американская армия приходила 25 лет, французская 18 лет. Вот немецкая, как вы сегодня говорите, немецкая армия – это интересный сегодня феномен. Я взял специально выборку по немецкой армии. Немецкая армия задекларировала практически переход на контрактную службу в июле 2011 года. Они действительно перешли на контрактную службу, однако оставили 15 тысяч должностей в вооруженных силах Бундесвера для добровольцев. Что это за служба? Военнослужащий пишет добровольно рапорт о том, что он хочет проходить службу в вооруженных силах Бундесвера. И от 12 месяцев до 2 лет он может проходить эту службу, добровольную. Причем в период прохождения этой службы он получает порядка 800 евро денежного содержания. Если после окончания этого первого контракта он примет решение о призыве на контрактную службу, он может перейти на контрактную службу, и, безусловно, денежное содержание его будет повышено. То есть создали такой прецедент, где люди могут сами решать, нужно ли, подходит ли им эта контрактная служба. Причем в течение года или в течение 2 лет принимается решение. То есть Германия пошла вот по такому пути. В дальнейшем военнослужащие Бундесвера будут получать на контрактной службе до 1100 евро. То есть вот на сегодня такое положение дел. Я хочу сказать, что государства, в которых отменен призыв на сегодня, это Великобритания, США, Австралия, Аргентина, Голландия, Испания, Франция, Чехия, Румыния, Латвия, Литва и так далее. То есть очень много стран, которые перешли на контрактную службу, на контрактную армию. Сегодня есть государства, которые планируют переход. Это в том числе Грузия, Украина, Албания. А, к примеру, Россия сегодня декларирует отказ от перехода на контрактную службу. То есть сегодня в России принято решение о том, что у них будет служба по призыву. То есть в разных странах по-разному относятся действительно к переходу на контрактную службу. Я бы вас попросил еще раз озвучить цифры того довольствия, жалования, которые будут получать, скажем так, рядовые, которые придут на контрактную службу в виде обыкновенных солдат, а также офицерский состав, который, ну, предположительно, будет получать содержание, скажем так. Ну вот, если мы говорим не о конкретно сегодняшнем дне, а говорим о перспективе до 2017 года, согласно программе. В этой программе прописано, что солдат первого года службы будет получать порядка 5800 гривен в 2017 году. Командир взвода 8400, командир роты 10900. Командир батальона 12100, командир бригады, сегодня это высший тактический уровень у нас, 14 200 гривен. То есть, имея вот такое денежное довольствие, в принципе, можно согласиться, что военнослужащий будет защищен, будет иметь, будем говорить так, крепкий тыл и будет думать не о том, где снять жилье, как за это жилье заплатить, а будет думать, как защищать свою страну.